16 человек, по последним данным, стали жертвами аномальных морозов и снегопадов в США. Они накрыли практически весь восток страны, от Нью-Йорка до Флориды, которая не видела снега десятки лет. Сразу в нескольких штатах из-за непогоды не работают аэропорты, парализованы дороги и закрыты школы. Репортаж Жанны Галаковой. Знаменитый Таймс-сквер как в тумане. Сквозь снежную завесу едва видны небоскребы, рекламное панно. Всего за полдня в городе выпало 30 сантиметров снега. Пока не рекорд, но в сочетании с сильным ветром и морозом – серьезное испытание. Очень холодно, я уже носа не чувствую. Всему виной довольно редкий атмосферный феномен. Из космоса он выглядит впечатляюще, как гигантский завиток. Очень резкое падение давления на 25 миллиметров ртутного столба всего за сутки, что и породило мощный снежный заряд, штормовой ветер и перепад температур, который ощутили на себе десятки миллионов человек. Этот циклон уже назвали снежной бомбой. Вначале она взорвалась мощнейшими осадками по всему Атлантическому побережью, досталась даже тропической Флориде, а потом принесла суровые холода. Минус 15 по Цельсию для Нью-Йорка – жестокое испытание. Во всех штатах на Атлантическом побережье США объявлена чрезвычайная ситуация. Сотни авиарейсов отменены или перенесены. Главные воздушные ворота Нью-Йорка, аэропорт имени Джона Кеннеди закрыт. Отменены занятия в школах, не работают госучреждения. Власти пытаются убедить граждан не выходить без особой надобности из дома. Я сегодня проехал по трассам и должен вам сказать, это ужасно, опасно и медленно. Так что даже если вам кажется, что вы неуязвимые нью-йоркцы, поосторожней. В штате Массачусетс мощный шторм вызвал наводнение в прибрежной полосе. Шквалистый ветер буквально загонял реки обратно. В городке Сэндвич такой высокой воды не припомнят. К выходным здесь ожидают сильные морозы, так что все превратится в каток. Жители предупреждают, возможны обледенения и обрывы линий электропередачи. В штате Мичиган уже ударили морозы. В некоторых районах доходит до минус 50. Мыльные пузыри моментально превращаются в шары из тончайшего льда. Соцсети сейчас полны подобными впечатляющими кадрами. Вот эти сняты в канадской провинции Ньюфаундленд. Там в течение четверти часа откапывали лося, который застрял во время снегопада. Беднягу занесло по самые уши. К счастью, животное не пострадало. Это невероятно. Снег выпал даже на самом юге США. Хотя высота снежного покрова всего четверть сантиметра, подобного там не было с 1989 года. Для одних это стало забавным приключением, для других – серьезной угрозой для жизни. Во Флориде мороз буквально обездвижил и игуан. 7-10 градусов выше нуля для них сибирский холод. Ящерицы впадают в анабиоз и сваливаются с деревьев, порой прямо под колеса автомобилей. Зоологи говорят, что если холода во Флориде продержится несколько дней, игуанам не оправится. Пока прогноз на ближайшие дни для восточного побережья США не оптимистичный. Жанна Агалаква, Борис Леонов, Анна Шаргатова, Первый канал, США.